Иностранные банки могут допустить в национальную платежную систему России. Во всяком случае, Кабмин не против, чтобы такие поправки появились ко второму чтению законопроекта. Говорится в отзыве, который сегодня разместили на сайте правительства. Базой национальной системы платежных карт станет новое ОАО, контрольный пакет которого отдадут Банку России. Такое решение еще вчера приняли на совещании у Медведева. Миноритариями станут все желающие кредитные организации, в том числе иностранные. В процессе создания НСПК используют наработки и технологии универсальной электронной карты и платежной системы «Золотая корона». На построение системы понадобится примерно полгода, но уже к концу мая банки создадут межхостинговое соединение, заявил председатель правления ВТБ-24 Михаил Задорнов. Это позволит защитить внутрироссийские расчеты по картам международных систем от любых внешних рисков. Создадут и расчетно-клиринговый центр, он будет принадлежать Банку России. Thank you.